Мы группа «Зверобой». Очень рады быть здесь с вами. Эта песня посвящается всем русским добровольцам, а также их, ну, вторым половинам, женам, их семьям. Стеной смело прадеды шли, и теперь мой черед отодвинуть беду за победой в поход. На защиту родной необъятной земли вырастая стеной смело прадеды шли, и теперь мой черед отодвинуть беду за победой в поход. Добровольцем иду, добровольцем. Слава русским добровольцам! Уважаемые друзья, вот представляете, вот этот замечательный творческий коллектив в госпитале уже не первый раз. И вот эти, да, чудесные мужчины, да, мужчины с большой буквы, да, красивое слово, четко подходит, да, описывает их качество, приезжают к нам, да, приезжают к нам, я имею в виду, да, к участникам вот этого большой, да, специальной военной операции. Поддержать вас. Болеют, волнуются. В прямом смысле, вот я обратил внимание, мы будем молиться о вас. Вот я скажу, только что был наш духовник, да, отец Дионисий из Дусиманского Черниковского скита. А он перед, да, вот мне говорит: Александр, вы знаете, какие вот, да, наши друзья,
большие молодцы перед концертом, зашли в скит, действительно помолились, да, попросили Бога, ну, о чем-то своем личном, ну и попросили Бога о том, что Он даровал, да, здоровье, счастье, успеха вот вам, да, уважаемые друзья. Спасибо вам большое. Ребят, давайте поблагодарим. Спасибо. И, уважаемые друзья, можем на добрую память традиционно оставить благодарность. Вот она подписана начальником госпиталя. Ну, я честно вам скажу, да, но под этой благодарностью подпишутся все до 500 человек, которые здесь лечатся. Да, ребят? Да. Так оно и есть. Спасибо еще раз вам большое. Вы настоящие. Настоящие. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Всего вам самого лучшего, скорейшего выздоровления. Вот, будем за вас переживать, будем за вас молиться. Но теперь надо спеть. Теперь по-нормальному. Раз, два, три. Моя Родина. Спасибо!